сейчас мы заедем в Швеппермансбург, исторический памятник. Вдоль леса. Да, вот такая вот прям красота тут, вот так вот люди живут. Хорошие дома. Да. Мы ищем замок. Мы тут вот заехали, вот такая вот интересная деревня небольшая. Все так красиво, все так живут. Направо? Да. Точно? Да. Вот мы вот едем. Тут даже кто-то строит. Вова, да, тут можно ездить? Запираемся. Можно машинам. Нет запрета. Нет запрета, можно ехать. Не было? Не было. Да, вот мы едем. Вот мы приехали. Тут, значит, какое-то старое здание, а вот заброшенный замок. Это же не замок. Где же замок? Ну, замок, он считается замок. А, вот то? Да. А я думала, это сарай. Это, наверное, конюшня, да. Вот видите? Ну, вообще, сегодня погода прекрасная, 14 на улице, солнце светит, весна красна. И вот мы тут вот гуляем по окрестностям, по вот таким. Какого века? 14 век. Вау. Шведский? Да. Тут что, Швеция была, Вов? Не знаю, там написано Швеция. Ничего себе. Давайте уж осмотрим так повнимательней. Да, снимки потом еще сделаю. Видите, какой? А? Красота. Все старинное, деревянное. Все старинное, да, тут. Ух ты, а тут, Вов, дорога к нему прям. Мы такие первопроходцы. Дорога-то тут даже проселочная. Обычно в Германии такого не бывает. В Германии нет проселочных домов. А так как... Дорог. Ой, домов. Проселочных домов. Проселочных дорог. А так как замок, видимо, заброшенный, да? И поэтому вот так все получилось, что та же дорога проселочная. Он закрыт? Да, закрыт. Да. Видите? Ты хочешь еще и дверь открыть у него? Тут безумно красиво, конечно. Так, Вов, давай пробуй. Так, к сожалению, закрыто. Здесь внутри интересно. Ага. Пошлите в щель заглянем. Там, я так понимаю, кузница тут прямо. Представляете, все это 1400 какого-то года. 1300-1400, обалдеть, да? И такая вот башня, представляете, люди жили. Вот такой вот замок, мы с ним прощаемся и идем, едем дальше. Я сейчас из машины поснимаю из окна, потому что тут прям очень красиво, конечно, вообще. Мы едем еще в один замок, потом в Амберг. И вот тут вот сейчас буду снимать, тут прям шикарно. Очень мне нравится. Такие виды прям уже шикарные. Я скажу, когда поворот. Здесь прямо. Мне так нравятся эти дома. Да, вообще. Мне тоже. Я так с ними вижу. Тихо. Да ну и что? Я же вас не снимаю. Да нет, нет, не мешает. А вон, посмотри вперед. Вот это ты имела в виду замок. Такая что там. Так, здесь... Там, по-моему, не замок, а прямо. Что, Оля? Церковь, наверное. Монашеский монастырь. Монастырь, монастырь, да. Похоже на монастырь. И вот здесь налево? Нет, следующий. 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 Вон там. Вообще. Вот где машина. Вот, вот тут, да, где машина. Вот так я же сюда и... Катхаус, да. Я, мы тут все есть. Разворачиваем. Ну, туда наверх, я не знаю. Теперь прямо едешь. Смотрите, как здесь красиво. Как здесь красиво. Это же надо. Вот тут такое старое тоже здание. И вот проехать, видимо, туда оказалось, что нельзя. И лучше сходить пешком. Вот такой интересный фонтан вообще. Прям потрясающий, конечно. Тут все, как, чем занимаются, да, рабочие. И вот тут, кстати, в городах часто такое бывает. Это, видите, здание Ратхауса здесь вот такое.
Мэрия. Мэрия, да. Администрация. Как она раньше, Вов, называлась? Ратуша? Городская ратуша, да, Вов? Вот это вот библиотека городская. А мы идем выше. И в этой долине замки были. Неужели ты не помнишь, в прошлый раз ехали? Именно по вот эту сторону, по правую было. А ты по левую мне нашел сейчас. Нам же наверх? Да. Угу. Пошли, сходим. Вот мы выше поднимаемся, и посмотрите, какие виды получаются. Это ж надо. Тут тоже вот старый дом. А мы все выше и выше куда-то идем. Не знаю, куда. Вон замок. Вот такие виды. И солнце. Люблю солнце. Просто люди живут. Я язык на плечо сразу. Вон там, вон какой дом. Здесь тяжело. Физкультура, я скажу вам. Вот видите, тут замок стоит. Есть выше, но я не пойду. Я не могу. Я не могу. Все, я выдохлась. Я в Амберг хочу поехать. Вот замок. Да. Вот там все наверху, но я не хочу туда ползти. Вот. Надеюсь, картинка стабилизировалась, я додергала камеру. Сейчас скажут, я плохо снимаю. Вот это все. Вот он, этот замок, куда мы не смогли дойти. Не, Кристина, а ты назад будешь ехать. Может, я остановлюсь, а там вот. Очень красиво. Вот мы остановились теперь с этой стороны, чтобы сделать фото, видео. Потому что туда-то нам не добраться было, там далеко, высоко, идти вверх невозможно дойти. А здесь, кстати, тоже есть подъемная дорога, но она очень высокая. Это для физкультурника. Вот мы идем, тут весь такой вот ручей абсолютно прозрачный. Мы идем, чтобы поймать красивый вид на замок, сделать фото, видео. Вот. Но есть прям бурный ручей, очень бурный, я бы сказала. Сейчас дойдем до красивого вида. Видите, должна да, ну? Должна да. Красота. Это форельные ребята. Форель будет. Смотрите, можно сидеть на лавочке прямо у этой речки или ручья. И вот я сделаю сейчас там, та-да-дам, вот он! Вот он, этот замок и его вид красивый. Ну, вот он огромный, ведь огромный. Мы с той стороны, говорю, вот попытались подобраться. Это же невозможно, он на горе, на такой высокой. А здесь-то уже есть дорога к нему, все. Ну, очень высоко идти. И машиной не доедешь, и пешочком нужно быть очень подкованным таким спортсменчиком. Вот, так что любуйтесь отсюда. А скажи, Вов, как называется этот замок? Сейчас мой муж найдет. Так. У него вроде где-то было. Красоту-то сам городок эту. Кастел. Кластербург Кастел. Кластербург Кастел. Вот, а год не написан? Основание. Пока нет. Ну ладно. Кто-то, вот, видите, вот, так вот надо такие ездить. Надо штуки-то иметь, чтобы туда добираться. Да, только вместо палочки лучше гольфовую клюшку. Да, вот и все. Скажите. Вот тут тоже вид хороший, красивый. Вот. Вон такая красота. Поселочек. Вот, вот здесь мне очень понравилось тоже. Тогда мы ехали. Прелесть. Мы приехали в Амберг. И вот-вот. Вышли из машины. И сейчас будем здесь гулять. Погуляемся немножко по Амбергу. Идем в сторону площади. Я даже не ожидала, что вот маленький городок, а может быть такой красивый. Есть Бамберг, а есть Амберг. Вот в Бамберге мы с вами уже были. А в Амберге вот в первый раз. Я здесь была
Мне нужно было в налоговую, в почту. Такая есть таможенная почта, и там посылку с таможни забираешь, если она из другого государства. И если понадобится, платишь налоги. Если посылка крупная, ее домой тебе уже никто не привезет. Или на твою почту. Но в самом городе мы не были. Вот, поэтому сейчас прогуляемся. Мы пришли на перекресток. Вот так здесь, значит. В сторону площади надо идти сюда. Так понимаю, что все пешеходно ловится. Вот и дошли мы наконец-то до воды. Тут вот мосты и канал. Или река. Тут вот кафешка небольшая. Вот. Мосты, 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 мосты. Много мостов. Как в Нюрнберге. Как в Нюрнберге, да, или как в Амберге. Ой, в Бамберге. Я теперь их буду путать. Вот, а мы идем туда, вперед, дальше. Нью-Йорки, который преследует нас везде, по всей Германии и по всему миру. Он есть абсолютно в любом месте. Такое чувство, что нью-йоркер объединяет миры, страны, города. Вот так вот. Такая церковь. Чай. Мне вот эта кафешка нравится прям много. Здесь есть памятник, который скрыт как зданием каким-то. Не могу его даже снять. Тут вот что-то продают постоянно. Что-то там пасху продают, яйца продают, макароны. Тоже что-то покушать. Понимаю, что мы заметили свадьбу с гостями. Место. Мы идем искать кафе. Тут Мюллер, как обычно. Вот, а у нас до кафе 550 метров. Какая-то кафешка большая, мы нашли большую. Может быть, она не такая забитая, как тут тоже такая красота прям. Видите? Может, пивная, ну не знаю. Бочки, да. Ну вот прям там такой дворик, да, и там что-то вот столик, видимо, или что. Ну, вообще красиво, конечно. А, тут вот есть даже меню. Вот, меню есть. Ну-ка. Что тут у нас? Ой, даже для веганов есть, Вов. Вегетариш. Дошли к витрине магазина, не могу с этими курицами, зайцами, со всеми. Обалденно. А мы тут идем в сторону какой-то стройки, я так понимаю. Тут уже на горе есть. В каждом городе в Германии на горе есть какой-нибудь замок. Тут тоже вон церковь есть. Кирха. Видно прям. Тут что-то строят, у нас тоже строят в нашем городе. Вот тут тоже какая-то старая церковь. Вот. Да, там тоже кафе есть. И вот прям что-то строится, конечно. Заметили тут такую достопримечательность у вокзала. Мы уже тут у вокзала гуляем. Вон, видите, вокзал в Амберге. И вот тут вот все знаки зодиака. На этой шар такой, да, шар? И тут все знаки зодиака, представляете? Причем он такой довольно, видимо, старый. Видите, вот телец, рак, все-все-все. А еще всякие знаки, видите? София, Рахель, Тим, Сара, Селина, Селина, да? Все-все-все тут отмечались дети, видимо. И вот это все прикрепили, оно прикольно вообще получилось. Лягушки, вон, видите, вообще классно получилось.
Ага. Тут всякие символы. Причем довольно такие вот прям, ага. Тут знаки зодиака и всякие символы. Интересно. А вот еще Анна, Регина, Убер, Байерн, Бавария. Тут что-то какие-то, вот смотрите. Хамелеон, что-то. Интересно вообще. Некоторые объявления рекламные даже. Интересно. Ага. Маяк вот с ключом. Рыба какая-то. Видите? Тут даже как не знаки зодиака или символы, а вообще все. Вон шар, планета Земля, значит, тут Солнце. Вообще все знаки. Вон этот, как они называются, Вов, вот эти? Да, вымершие. Как называется? Как? На Т как-то. Какие-то биты. Какие-то биты, в общем. Я потом посмотрю. В общем, пишите, кто еще помнит. У меня в голове опилки, потому что даже руки кто-то отпечатывал. Да, тут я ошибаюсь. Тут не знаки зодиака. Нет, но у кого-то знаки. Есть знаки зодиака. Да, вот они. Вот. Телец, рак, я точно это вижу. Поэтому я и подумала, что тут все знаки зодиака, да? Тут петух есть, что-то вот год петуха родится. Вот, или еще что-нибудь такое, типа, да? То о чем? Интересно. Внутрь можно зайти еще посмотреть. Ну-ка давай внутрь зайдем. Тут еще и внутри всего навалом, смотрите. Что это за памятник? О чем он? Люди оставляли свой след в этом мире. Ну тут эхо даже в этом шаре, представляете? Обалдеть. Ну вот тут все-таки решили в центр прийти. Вот давайте. Тут уже опять колокола бьют, как обычно. Пепельница нам, конечно, не нужна. Вот мы сели за такой более-менее солнечный столик, чтобы посидеть и поесть. Или попить. Мы пересели в другое кафе неподалеку. Вот интересно, такая небольшая кофейня. Вот маленький столик у окна и хороший вид на улицу. Я считаю, что оптимально в знакомом городе. Мы заказали два кофе. Это и есть грустная причина. Вот. Ну, уже как получилось. Вот мы попили уже кофе и сейчас будем отчаливать. Вообще, вот если честно, мы даже в своем городе, когда переехали, первое время были как слепые котята, которые не могли найти ни нормальное кафе, ни булочную, ничего. Где-то брали там кофе цуметнемен с собой и так далее. И только потом, мы, когда освоились, мы начали ходить в одни и те же кафе, есть один и тот же бутерброд, потому что это мы делаем всегда. Ну, то есть это наша жизнь, да? Она так устроена, что мы каждый день, раз мы вегетарианцы, очень мало в любой стране для вегетарианцев какой-то еды в кафешках, да, либо она слишком дорогая, либо еще что-то. В магазинах полно, кстати, в Германии вегетарианской еды. Реально полно. Очень по приемлемым ценам. Да, очень по низким ценам, вот, я бы сказала. Но в кафе ты ищешь... Вот я еще и сахар, когда перестала есть, вот это вообще была проблема. Потому что ищешь вегетарианский бутерброд, еще и без сахара, еще и чтобы там что-то вкусное было. Вот. И, естественно, ну это ты вот освоился, да, где-то. У тебя одни и те же привычки, ты живешь по какому-то сценарию, верно же? А когда ты только приехал в незнакомый город, меня это всегда поражало, что ты ходишь, ты по навигатору пытаешься найти, но ты ничего не можешь найти. И ты в первую попавшуюся заходишь, там втридорога обязательно пьешь кофе, там еще что-то, и там не можешь найти, там, да? Там вообще где? Мы еще и потерялись. Вот веселуха. Нет, все правильно. Мы не потерялись, а? Нет. Точно? Еврошоп, видишь? Я ничего не понимаю вообще. Ты теряешься, да, там ты все. И вот это прикольно. То, что найдешь ли ты себе попить кофе вообще где-нибудь. Или у тебя не выйдет. Ну вот чаще всего не выходит. И ты вот, говорю, втридорога.
там не можешь найти, где поесть, и все это. Но это очень всегда весело, конечно, извиняюсь за ветер, но он дует, и я не могу его отменить, у меня еще нет таких магических способностей. Но когда будут, я обязательно буду так и делать. Ну, то есть, когда говорю, раз, ветра нет, красота. Вот. Ну, в общем, мы уже идем обратно к машине, прогулялись немножко вот в таком вот интересном городе Амберне. Мне все понравилось, естественно, кофе был тоже хороший, ну, более-менее, вот, цена у него, слава богу, была более-менее тоже адекватная, аллилуйя, но булочек там не было, ну, может быть, и я тогда не буду сама, как большая, вкусная, жирная булка, хотя, если вкусная, ну, опять же, почему бы и нет, вот, ну, ладно, про фигуру мы опустим, потому что у каждого свои представления. Вот. Приедем домой и там налупимся, как говорится, своих местных томатов моцареллы и все. И в Нюрнберге мы тоже освоились давно, кстати. В этом плане тоже всегда едим одно и то же. Так что вот мы так прогулялись сегодня. Особенно замки понравились вообще, которые под Амбергом находятся. Очень красивые, конечно. О замках прям самое благоприятное впечатление. И еще понравился канал в городе Лирика. Тоже прям очень красиво, конечно. Ну и сам город такой старенький, я бы здесь жила. Честно говорю, такой прям настолько красивый город, что здесь даже интереснее, чем у нас. Облака сегодня сказочные. Прям сказочные. Ну, все равно солнце тепло.